потрясаюсь не только человеческими вещами, но иногда природа меня потрясает. Если вы помните, в прошлом году в октябре очень рано выпал снег. И я шла, и очень было тяжело идти, потому что было скользко. И чтобы как-то утешиться, я написала следующий стишок. «Святого очистительного снега грязна и утомительна задача заставить всех участников забега понять, что можно двигаться иначе. Изящно, терпеливо, осторожно, не поддаваясь гордости и злости. И даже с побежденным невозможно не встретиться на финише по гости».